Гиль, первый матч в чемпионате. Как его расценивать? Потеря двух очков или все-таки приобрели одно? Ну, ты знаешь, если ты смотришь в общем, у нас было... Я не считаю, как потеря очка, потому что у нас была игра недавно, очень тяжелая, и состояние все игроки очень устали. Но у нас была возможность сегодня выиграть игры тоже спокойно. Но в конце концов так произошло, что 0-0 было, ну, хороший результат. Особенно всегда играть здесь против Уфы очень тяжело, и я считаю, что, ну, хороший результат. Естественно, не могу спросить о твоих сейвах сегодня. Как минимум 3 в игре, плюс отбитый пенальти. Расскажи об этом просто. Ну, сегодня я могу сказать, что я был как магнитик меня, потому что все залетит на меня. Было несколько сейв, да, но пенальтиями всегда постараюсь учить соперник перед игрой. Я из хапов, тренер-вратарь. И сегодня тоже так было. И учился, ну, кто больше бьет пенальти Уфы перед игрой. И можно сказать, что я угадал правильно. То есть вы разбирали перед игрой, кто и как исполняет пенальти у соперников? Ну да, каждую игру так. Но мы все знаем, что они очень часто поменяют угол, потому что они тоже знают, что мы учить. Но всегда игроки есть свои любимые углы. И сегодня я так решил, прыгать налево. И так получилось, что он пробыл туда и выручал. Когда вы узнали, что гол Эдера был отменен неправильно? Я узнал сейчас после игры. Ну, жалко, потому что я понимаю, что судья тоже не проще всегда, они все тоже можно ошибаться, но жалко, потому что этот гол может нас привести к победе. Но идем дальше, это только начало. Следующий матч как раз со Спартаком, сразу в Черкизово, сразу в дерби. К нему в каком настроении уже будем готовиться? Уверен совсем. Команда сегодня, особенно второй тайм, очень хорошо сыграла. И даже с состоянием устали, и ребята все молодец. На мой взгляд, мы заслужили победу сегодня, потому что мы очень хорошо сыграли второй тайм. Но я и мы все команды уверены, что можно играть спокойно. Дома будем играть, стадион полностью, и мотивация. Надеюсь, что все будет нормально. Расскажи, почему два таких разных тайма получилось? В первом тайме мы больше оборонялись, во втором же уже побежали в атаку. Установка тренера, что-то поменяли в перерыве? Ну да, он чуть-чуть... Но секрет? Пугался с нам, потому что у нас игра на первом тайме была такой медленной. И не все знают, как Палыч иногда ругает сильно, а он ругался с нам. И мы чуть-чуть где-то просыпался и начали играть. Но обычно тоже, когда ты играешь на выезде, команда домашняя, они первые 15-20 минут, они обычно прессингуют нас. И я считаю, что первый тайм была такой ситуация, и потом уже на второй тайм уже по-другому. Что Заур Хапов сказал после отбитого пенальти? Я просто поздравляю, это наша работа. Мы вместе, это все вратаря. Довольный был, потому что он меня тоже показал момент удара. Перед, когда был пенальти, он уже побежал там рядом со мной и начал показать, где он буду бить. Командная работа получилась. Ну да, как команда вратаря.